Вітаю! Зі мною у студії Олександр Сорока, засновник інвестиційної платформи для учасників венчурного ринку Startup Network та засновник фонду Сатоші Накамото. Ваша платформа проводить стартап-батли, де кожен може де можна презентувати свої проекти та отримати у них інвестиції. І я дивилась на вашому сайті багато проєктів, досить багато пов'язані із цифровими системами. І дуже мало пов'язаних із блокчейн-технологією. Чому так? Ну, блокчейн не так давно вошел в нашу жизнь. Вот, можно сказать, что еще в 2016 году это казалось театром абсурда. Вот. И когда ко мне приходили люди и говорили, что вот, люди будут инвестировать, покупать там токены, которые там вообще никак не равны акциям, и у предпринимателей перед инвесторами не будет каких-то обязательств, я говорил, нет, ну, это нереально. Ну, такого не может быть. Как бы. Но мир, он развивается по своему сценарию, как бы, да, там, и вот общественные отношения начали сменяться. И блокчейн, похоже, это одна из тех вот таких вот вещей, которые начали менять общественные отношения. И вот уже в 2017 году вот стало понятно, что это все-таки феномен, как бы, да. Ну, по крайней мере, это стало понятно по поводу ICO, да, там. Потому что мы больше все-таки занимаемся инвестициями, а не криптовалютами, там, или там, самой разработкой, там, ну, какими-то глубокими технологическими исследованиями. Вот, и когда, как бы, люди все-таки там, ну, сообщество начало инвестироваться и скидываться под идеи в таких размерах, которые там венчурному рынку никогда и не снились, пришлось признать, что это феномен. Ну, то есть вот на венчурном рынке там, когда-то у тебя есть идея, ну, тебе дадут там в Украине десятки тысяч долларов, да. Если там это в мире, тебе дадут сотни тысяч долларов. Но тебе сходу никогда там не дадут миллионы, а тем более никогда не дадут десятки миллионов. А в 2017 году на ICO начали давать сотни миллионов долларов. Чтобы в Украине. Ну, не в Украине, в мире, да. В мире, ну, в Украине, как бы, ну, ребята из Украины собирали десятки миллионов долларов на свои идеи. Вот, и это, собственно говоря, перевернуло вообще, как бы, там, краудфандинговую, там, или краудинвестинговую индустрию, как бы, да, там. Вот, и как бы пришлось признать, да, что блокчейн вошел в нашу жизнь. Все-таки, а чому так мало проектів? Дуже мало до вас звертаються, чи вони не відповідають якимось певним критеріям? Ну, смотрите, наверное, чистих вот проектов, которые, ну, готовы изменить мир, да, там, на блокчейне, их на самом деле, ну, не так много, как бы, да, там гораздо больше проектов, которые хотят использовать блокчейн или там ICO как инструмент для того, чтобы собрать деньги для своих существующих уже каких-то компаний. Но еще одна причина, что мы эти проекты публикуем не на Startup Network, а на другой платформе, которая называется New ICO Exchange. И вы поэтому, наверное, их не нашли, как бы, там. Их там вот. Больше, набагато. Да, 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 да. А вы особисто проводите ICO для стартаперов? Смотрите, мы вот немножко, да, конечно, нам ICO как бы как инструмент стал интересен в 2017 году, и мы стали к этому готовиться. Мы решили создать свою технологическую платформу, на которой можно будет там токенизировать стартапы. Да, там, ну, под этим я подразумеваю проведение ICO-компании для того, чтобы собрать деньги на свое развитие. Вот, но мы решили, наша мысль потекла дальше, то есть не просто токенизировать стартапы, а токенизировать, наверное, разные активы, которые можно токенизировать. Вот, и там следующим шагом там, мы увидели возможность в токенизации науки и научных изобретений. Потому что там есть проблема такая, что зачастую патенты долго лежат, невостребованные. Иногда ученые их не хотят продавать целиком, но хотели бы, возможно, какую-то часть продать. Некоторые ученые хотели бы, может быть, сегодня собрать, ну вот они на пороге великого открытия, но сегодня им не хватает денег на жизнь. Ну, это частая история для ученого. Вот почему бы не дать ему возможность собрать деньги? То есть не на стартап, а на токенизацию вот будущего там научного изобретения. И я уже успешнее таки проекты. Нет, мы вот фактически сейчас заканчиваем платформу, вот, которая как бы, ну, вот сможет работать, вот, принимать деньги, выпускать токены. У нас много чего уже сделано, и даже при ICO платформа уже запущена. Вот это вот New ICO Exchange, который я говорил, да. Вот, но
у нас появились какие-то радикальные даже иногда мысли, которые можно назвать сумасшедшими, мы третьим шагом решили попробовать токенизировать людей. Это как? Ну вот смотрите, вот несправедливо, что людям можно брать только кредиты, а корпорациям можно брать как кредиты, так и эквити, ну или инвестиции, другими словами. Mm-hmm. Представь себе какую-нибудь там начинающую актрису или спортсмена, которая завтра станет каким-нибудь Флойдом Мейвезером, да, там, mm-hmm. и будет зарабатывать за один бой там сотни миллионов долларов. И он говорит, ну дайте мне вот сегодня денег, как бы, а я там в будущем буду вам отдавать 10% от своей прибыли, например. Mm-hmm. И сегодня я выпускаю токены. Вот, но мне не надо будет ходить на работу, я там сосредоточусь на спорте, как бы буду бить грушу, а завтра вы со мной вместе разбогатеете. Отлично, но это же надо заявить о себе, как о спортсмене, там надо отчеты какие-то присылать или... Ну да, фактически надо будет увязать с финансовыми отчетами. Тут, конечно, много юридических вопросов, потому что человек может, допустим, прибыль получать, но потом не отдавать. Вот, ну и эти механизмы пока не решены, как бы. Плюс, как бы, конечно же, возможно, как бы там, ну, есть существующая регуляторная база, которая там, ну, не будет позволять это делать во многих странах. То есть там еще куча, вот, наверное, больше таких юридических вопросов, которые, как бы, стоит решить. Но люди сами, вот, с которыми я общался, там, да, там, многие, как бы, готовы на это и пойти, и готовы себя сегодня распродать, да, там. А вот Бутерин говорит, что токенизация людей — это путь к рабству. Как вы к этому относитесь? Очень похоже, да, там. Но на самом деле в чем разница, как бы, да, там, ну, мы тоже смеялись, что это похоже на рабство, да, там. Но ведь вы на самом деле, как бы, токенизируете не себя, а свой доход, ну, если по-честному. Вот в этом кардинальное отличие, что те люди, которые владеют токенами, как бы, они ж вами не распоряжаются. И путем голосования они решают, куда вам идти, что делать, как бы, там. А ответственность, если вот то, что запланировано было, не удалось, кто несет и каким образом? Ну, дело в том, что в инвестициях, если не удалось, то это как раз инвесторский риск, да, то есть инвесторы рискуют всегда больше, чем кредиторы в каком-то смысле, да, там, если вы не хотите рисковать, то, ну, меньше рисковать, существует понятие, там, кредитов, вот, я думаю, они тоже придут и приходят уже, там, ну, вот, в цифровой, ну, вот, в криптомир, да, там. Вот, а если вы совсем не хотите рисковать, ну подождите, есть куча инструментов, как бы, на классических финансовых рынках, там, можете купить все золото, недвижимость, положить деньги там в банк, купить облигации немецкого там или американского правительства, ну, то есть... Это, наверное, игра для тех, которые хотят, как бы, там, ну, рискнуть немножко mm-hmm. больше. Да. То есть это ответственность инвестора. Да. А вот на вашей платформе были уже такие случаи, или вообще в Украине было такие случаи токенизации людей? Не, мы вот под это готовим отдельную платформу, там, ну, предварительное название там Person Inc. или там, другими словами, Person Incorporated, uh-huh. да, там, вот, на которой, как бы, там, ну, вот будем пробовать, там, выберем первых там каких-то космонавтов, да, там, ну, uh-huh. с которыми поработаем. Хотя там на самом деле есть еще один очень большой социальный пласт, ну, например, живет какой-то молодой парниша где-нибудь в Африке, да, там. И у него нет денег для того, чтобы пойти на учебу. Но он талантлив, он говорит, слушайте, ну вот нет там ни у родителей денег, а я хочу учиться, как бы я буду учиться, я там заработаю денег, и вы, как бы, там получите, как бы, там, дайте мне сегодня на образование. Сегодня нет таких инструментов, да, там. А это может, собственно, там серьезно изменить общество, хотя и будет, я думаю, большой серьезный там, ну, резонанс, как бы, что будут, наверное, противники, будут те, кто, как бы, будут за этой идеей. Поэтому мы решили начать вообще с другого. Ну, ви так помітно розширюєтеся і під науку нову платформу, і під токенізацію людей. Що ще ви, можливо, розробляєте? Ну, розумієте, в чому проблема, як би, ну, коли хочеш розширятися, завжди потрібні партнери. Как бы, то есть, вот все опирається в людей, тому що, якщо хочеш щось запустити, как бы, да, там, ну, не можна займатися абсолютно всім самостоятельно. Поэтому запускаешь новый проект, обязательно нужны партнеры. Поэтому, ну, наверное, до бесконечности, как бы. Но в рамках стартап-нетворка, на самом деле, у нас еще есть один такой интересный проект, называется это крауд-инкубатор. Mm-hmm. То есть мы решили в онлайне сделать такую вот крауд-инкубационную, крауд-акселерационную платформу для тех предпринимателей, которые хотят запустить свой стартап. Mm-hmm. И для того, ну, и сделать так, чтобы, ну, вот многие люди могли принимать в этом участие. То есть кто-то живет в Америке, кто-то в Германии, кто-то там в Израиле, да, там. Каждый может чем-то помочь, или в концепцию, ну, помочь сформировать, или там познакомить с кем-то, куда-то вывести, да, там. И вот, вот этот процесс такой общей помощи в строительстве бизнеса мы назвали там крауд-инкубацией. Mm-hmm.
Вот. И сейчас мы, вот, наверное, в марте-апреле запустим первую вот крауд-акселерационную программу. Это, правда, для тех, у кого уже есть какие-то прототипы. Ну, туда тоже можно подаваться. Вот. Читать у нас там будет вводную лекцию там, известный светило и звезда мировой там, стартап-индустрии, как бы, да, там, проповедник это Эш Моро, который основатель там, технологии Lean Canvas, Lean Business Canvas. Да. Вот. Ну и хотим вот запустить, чтобы сообщество начало так вот глобально там, включаться в это все дело. И как продолжение этой идеи, внутри же должна быть какая-то там своя, там, может быть, удобная валюта для расчетов, которую можно получить и проинвестировать опять. У нас есть идея запустить такой специализированный utility токен для индустрии под названием Startup Coin. Uh-huh. Вот. И мы вводим такое понятие, как социальный майнинг, то есть когда его можно будет майнить не компьютером, а головой своей. Ну, ведь голова — это тоже компьютер, по сути дела. А каким чином? Помогая, ну, вот решая какие-то задачки для стартапов, да, там, вот. Фактически мы, ну, какой-то алгоритм тоже в голове решаем. Ну, не обязательно логические, они могут быть и там, и социальные, какие угодно, как бы, да, там. А могут быть, да, и действительно и математические, да, там, ну, там, написать какую-то программу, которая сможет делать то-то, 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 например. Да. А як його використовувати можна буде? Стартап для чого? Так. В принципі, у нього дві функції. Убыстрить и ускорить процесс инкубации, акселерации стартапов, то есть это такая вспомогательная валюта для этой индустрии, которую можно вот рассчитываться в процессе вот этих мелких всяких взаимопомощи, да, там. Угу. Ну вот у меня, например, есть идея, я ее выкладываю, говорю, а помогите мне вот концепцию деформировать, что-то вот у меня не выходит. Вот все, например, кто дал мне какой-то совет, я всем там раздам по одному, ну там, коину, к примеру, да, там. А вы этот коин потом сможете проинвестировать в этот стартап или в другой стартап вот в рамках экосистемы. Да, там. Mm-hmm, вот, и таким образом стать уже совладельцем какого-то бизнеса, который завтра может, ну, для там, стартапа вырасти в нечто большее. А эти коины потом можно будет выводить с платформы? Да, конечно, могу. То есть планируется, что это будет вторичное обращение, биржа, как бы, да, там. Mm-hmm. Вот. Но эта концепция чуть дальше там стоит, пока у нас как бы там в планах, может, там, на пару месяцев. А вот вы особисто инвестовали в какой-то проект на блокчейн-технологии? Ну, именно вот в проекты, как в стартапы, нет. Вот. Меня там многое пока что смущает. Вот мне вот почему мы хотим еще запустить вот стартап-коин и ввести определенные правила инвестирования. Мне кажется, многое чего там переоценено. Вот, то есть... Вони будуть на блокчейні чи ні? Хто? Стартап-коїни. Да, конечно. Ну, то есть это будет цифровая валюта. Что меня смущает, вот что я хочу исправить, да, там, или наша команда хочет исправить на этом рынке. Выходят зачастую, как бы, там, ну, новые проекты на ICO, да, там. Набирают в команду людей, которые на самом деле не являются членами команды. Они приходят как однодневки, да, там посветили лицом, и все прошло, они ушли. Команда разбежалась, деньги разбежались. На самом деле меня, как такого немножко трезвомыслящего инвестора, это отпугивает. Вот. Второй вопрос, как бы там, это оценки. Ну, то есть, когда ты как-то, ну, предлагаешь людям куда-то инвестировать, ты должен это как-то что-то обосновывать, как бы, да, там. Ну, сколько компания будет зарабатывать? Какая бизнес-модель там? Многие об этом вообще не пишут. То есть они пишут концепции, совершенно как бы ничего не обосновывая. И когда такой вот более консервативный классический инвестор, хотя венчурные инвесторы еще вчера это были самые рисковые инвесторы, как бы приходят и смотрят на это все, ему чуть-чуть становится как бы страшно. Как бы, да, там. Поэтому мы вот хотим построить взаимоотношения в рамках этой системы так, что, во-первых, человек, который проинвестировал через, ну, стартап-коин, я вас проинвестировал, у вас будет определенное обязательство передо мной возникать. Ну, как, например, обязательство сдавать отчетность. Mm-hmm. Ликвидационные преференции перед другими там, инвесторами в случае, как бы, если все разваливается. Потому что я даю цифровую валюту, у нас с вами как бы такие, ну, легкая форма взаимоотношений, то есть это не бумаги какие-то подписанные, mm-hmm. которые там принимаются в судах, да, там, а там... там, смарт-контракты или... То у вас будут смарт-контракты. Да. Вот. Но в любом случае мы хотим, чтобы дополнительно предприниматель брал на себя некие обязательства в том, на случай, если, там, например, команда развалилась, деньги верни, пожалуйста. Команда деньги украла, пожалуйста, там, ответственность там, по такой-то юрисдикции. Да, там. Отчеты не сдали, там, штрафные санкции.
Вот. И... Минус стартап войны. Да, 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 да. Ну, то есть как-то немножко внести такое, знаете, регулирование. Потому что рынок, конечно, сейчас вот очень сильно нерегулируемый, и в итоге, как бы, ну, очень, вот я где-то читал, попалась на глаза, там статистика за прошлый год, что половина стартапов, они деньги собрались и просто развалились после mm-hmm. этого. Ну, это ж не серьезно. Так же распугаем всех інвесторів. Как бы. Були от такі проекти? І яка їх кількість? Ми до, там, поки ще нинішнього моменту, ми, как бы, там, венчурні інвестори. Да? То есть, mm-hmm. вот. Мы сейчас только запускаем наши платформы, которые будут заниматься, как бы там, вот, ну, принимать деньги в криптовалютах там, и там, выпускать токены. То есть вот эта технологическая платформа своя, мы ее вот сейчас фактически там где-то вот готовим к релизу, будем так сказать. А те, которые, те, які не пов'язані з криптовалютами, були от такі проекти, в які інвестували, а команда там розбіглася? Конечно, это частая история, как бы. Зокрема, на вашій платформі. Да, ну, конечно. Ну, это, ну, понятно, что даже стартап-индустрия – это рисковая индустрия. Там, ну, собственно говоря, 90% наверное, стартапов там не выживают в конечном итоге. Но тут вопрос какой, что если команда разбегается, а деньги какие-то на счетах остались, они же должны как бы вернуться. Как бы, там. Вот. А там деньги не возвращаются, понимаете, в чем дело. То есть команда разбежалась, как бы деньги разобрали, никаких ни у кого обязательств ни перед кем. Вот что смущает. И это вызовет определенные скандалы, это вызовет потом, ну, вот, некую волну пессимизма по отношению к ICO. Поэтому, наверное, ну, мне кажется, что ситуацию стоит отрегулировать. Каким образом? Смарт-контракты? Нет, вот смотри, вот стартап-коин, да, у нас планируется, там, что это будет выпускать определенный, ну, там, например, стартап-коин фаундейшн или там инвестор фаундейшн, неважно, да, там. Определенная там общественная организация, которая, как бы, если предприниматель пришел и хочет собирать деньги в стартап-коине, он обязан заключить некие контракты. Он будет сдавать отчетность. Если на него подадут суд, он признает эту юрисдикцию, там, например, там, американскую, английскую, немецкую, ну, какую там по выбору, да, там. Если там деньги, там, команда развалится, значит, остатки денег будут возвращены. Ну, вот. А у вас приватный или публичный блокчейн? Вы имеете в виду где? Ну, взагалі, ну, стартап-коини, на якому буду. Смотрите, стартап-коины, как бы, да, там, ну, скорее всего, они будут, ну, на ERC-20, да, там, выпущены в стандарте, как бы, там. Но пока концепция еще формируется. То есть мы пока пытаемся вот увязать вот эти вот, ну, социальные взаимодействия, вот их построить, как бы, да, там, для того, чтобы, как бы, ну, людям же это было полезно. Мы же не хотим просто выпустить еще одну какую-то валюту, которая никому не нужна. И на самом деле мы вот сейчас вывалим эту концепцию в интернет и попросим людей ее пообсуждать. Угу. Вот, для того, чтобы пройти так называемый процесс customer development, да, там, то, что в венчурной индустрии называется. Мы хотим поговорить с нашими будущими там, и предпринимателями, и инвесторами, чтобы они покритиковали, может, какие-то советы дали. И на самом деле проверить вот эту идею социального майнинга. То есть мы хотим каждому, кто даст какой-то там совет, раздать там в будущем там по стартап-коину. Как бы. Ну и вы цю пораду будете використовувати? Чи ні? Ну, смотрите, неважно, будем мы использовать или нет, но человека за то, что он ну, какое-то определенное действие сделал, мы говорим, о, окей, ты себе намайнил монету. Ну, то есть... Мы же не можем каждый совет взять, ну, потому что мнения будут слишком разные. Но мы хотим, по крайней мере, послушать, как бы, и попросить вот сообщество, чтобы помогло нам эту концепцию доформировать. А вот зараз вы використовуєте якісь криптовалюти и інші переваги блокчейну? Ну, смотрите, понятно, что так как мы как бы в этой индустрии, у нас там есть определенные, как бы, да, там. Использование, как бы, да, но так как наша там страна пока еще достаточно. Неоднозначно относится к этим как бы там инициативам мировым, что ли, или там вот изменениям в обществе, как бы, ну, наверное, сильно не хотел бы там эти моменты раскрывать. Вы якісь лобіюєте закони з цього? Смотрите, ну, я являюсь членом Ukrainian Venture Capital Association, ну, членом совета директоров, да, то есть фактически вот, и в рамках него мы сейчас создали комитет, задача которого там лоббировать интересы там вот криптоиндустрии, потому что мы считаем, что ну это могло бы дать Украине толчок. Во многих отраслях мы там уже отстали безнадежно, да, там, но вот IT, например, да, там, и к
крипто, можно было особенно в крипто вообще выбиться в мировые лидеры. Но, к сожалению, знаете, нашим политикам чуть, может, сейчас не до этого, как бы. А может, некоторые просто опасаются, и позиция такая, давайте посмотрим, как там в Европе будет, а потом просто скопируем, как бы, да, там, чтобы не мучиться. Хотя позиция лидера — это идти вперед, как бы, ну, и первым, как бы, ну, что-то адаптировать. Вот сейчас Беларусь очень хорошо, как бы, на удивление, как бы, да, там, вырвалась вперед. Они решили полностью легализовать все, и криптовалюты, и ICO. Mm-hmm. Но если происходят изменения в обществе, зачем с ними бороться? Их надо принимать и использовать на благо общества. Понятно, что там кто-то будет там продавать, покупать наркотики какие-то, оружием торговать, еще рассчитываться. Но ведь и так же продают, и так торгуют. Ну, в чем разница, как бы, да? Там просто надо найти правильные механизмы для того, чтобы это пошло на благо общества. А вот этот механизм coin offering, он очень меняет, как бы, там, способ привлечения там, инвестиций на ранних стадиях. И, возможно, это там, ну, вот, такой глоток свежего воздуха для малого-среднего бизнеса, которого там просто множество по разным странам. І може це все змінити как бы, в будущем. Ви засновник фонду Сатоши Накамото. Чим він займається? Да, ну, это у нас була така весела ідея. Ми вирішили поставити перший в мірі пам'ятник Сатоши Накамото. Где? Ізначально ідея була поставити його в Києві. Вот. Как-то було подозрення, да, там, що вот все-таки Украина — это все-таки первая страна в мире, которая как бы идеи там, анархизма попробовала применить на практике. Это было еще в начале 20 века, и возглавлял как бы, это движение там, Нестор Махно. Да? Вот. Но потом в процессе обсуждения как бы, да, там, с разными странами стало понятно, что, конечно же, каждый хочет поставить это в своем городе. Да, там, они, ну, поэтому мы решили организовать такой мировой конкурс, где будут соревноваться города. И тот город, который соберет больше всего денег, вот, значит, остальные еще добавят, да, и поставят там, значит, главный памятник вот Сатоши Накамото. И мы его объявим столицей мира. Значит, сообщество объявит. Извините, не столицей мира, крипто-столицей мира. И какой город сейчас лидирует? Не, мы вот запускать будем, наверное, вот мы сейчас там заявляем о своих инициативах. Наверное, в ближайшие там, недели как бы, мы объявим как бы, об этой инициативе, начнем набирать представителей или консулов по разным городам, которые там будут представлять это движение там, вот, и продвигать эту идею в массы. Потом мы уже, вот, когда понятно будет, ну, пройдет краудфандинговая кампания, понятно будет город столица, и, скорее всего, выберем еще 10 городов-амбассадоров, там, где будет находиться посольство, и, возможно, будет стоять памятник и поменьше. Вот, и вот представители этих городов, амбассадоры, сформируют такой управляющий комитет, совет амбассадоров, который будет управлять вот этой фундацией, Сатоши Накамото Foundation. Да, там, почему? Потому что там еще останутся деньги, и, скорее всего, там есть идея их потратить на развитие как бы, полезных для сообщества проектов. Вот, и, соответственно, там все, кто владеет Сатоши токенами, смогут голосовать, какой проект внедрять, а какой нет. Как бы, да, там. А каким образом вы планируете продвигать эту идею в массы? Через амбассадоров. Ну вот мы хотим в каждом городе, кто хочет поставить у себя. В медиаплане? Ну, скорее всего, это будут, ну, такие, знаете, партнерские отношения с какими-то медиами. То есть мы считаем, что идея настолько интересна, что она должна там, условно говоря, самораспространяться. Как бы. Ну, мы проверим эту гипотезу, насколько это так. Но она красивая, многим нравится, как бы, поставить такой вот памятник, а потом еще и как бы города-сателлиты, которые будут как бы формировать основу, как бы, да, там. А от всім відомо, що криптовалюта є не єдиним додатком блокчейну, і як ви вважаєте, коли технологія блокчейн зможе, так би мовити, повномасштабно вийти за рамки криптовалюти і використовуватися там, скажімо, для інших цілей, наприклад, на державному рівні, для залучення людей у процеси управління країнами? Например, зокрема, в Украине. Думаю, период где-то лет 5 пройдет, как бы, да, то есть, ну, вот смотрите, вспоминая, как бы, вот конец 90-х, начало нулевых, когда был бум доткомов, появилась куча интернет-компаний, все они там, о них кричали, шумели, как бы, но компании не делали, не генерировали никакого кэшфлоу, по сути дела, да, там. И этот пузырь тоже надулся, потом он рухнул, как бы, все начали кричать, это было все обман, но на самом деле
в нулевых потом из этого всего выплыли как бы на поверхность и стали просто гигантами такие компании, как Google, Facebook, Amazon, вот, и целая плеяда других, да. Соответственно, скорее всего, там с блокчейн-отраслью произойдет нечто похожее, как бы, да, то есть сначала, как бы, там, вот этот вот социальный, как бы, там, всплеск будет большой, его называют пузырем, он рухнет, как бы, да, там, и после этого, как бы, там, инвесторы чуть-чуть так это отрезвеют, как бы, да, там, поймут, что не все, что называется, там, блокчейном, как бы, это, там, ну, сработает, и не все формирует оценку компании, потому что у компании должны в конечном итоге быть доходы, вот, должна быть прибыль, как бы, да, там, ну, по крайней мере, в каком-то обозримом будущем, и начнется нормальная работа, и оно начнет проникать в общество, как бы, глубже и глубже. На самом деле, вот, у нас... Мы свои финалы, вот, битв стартапов проводим в Силиконовой долине, или Кремниевой, да, как ее там более консервативно называют. Так вот, у нас на последнем нашем событии в ноябре победил стартап, который ритейловый фактически, помогает ритейлу как бы увеличивать свои продажи. Для производителей он как бы там, он сканирует все продукты, которые продаются, ну вот вообще в сетях как бы, да, там. И вот потом они их там искусственно, вот искусственный интеллект там царапает, мнет, как бы, чтобы распознавание вот потом легко происходило. И вот это громадный объем работы и вычислительных мощностей. Так вот, что интересно, они используют майнеров эфира, раздают им работу, вот, которые как бы делают, вот они уже, у них есть выбор, или майнить эфир, или обрабатывать картинки для этого стартапа, например, вот так вот получается. Mm-hmm. То есть вот уже какие-то пошли такие вот пересечения, достаточно необычные, странные, то есть вот эти вычислительные мощности созданные, казалось, что это бред, они завтра никому не будут нужны, но они начинают использоваться и там в прикладных, параллельных каких-то вот отраслях. Ну і так само сподіваємося буде із технології блокчейн, ну, на державних рівнях. Да. Добре, дякую тоді за участь у телепрограмі. Можливо, у вас є побажання або звернення якісь до глядачів? Я думаю, ні. Я думаю, я буду обращатися вже там. Хорошо. Хорошо, тоді до наступних зустрічей.